И также мы связались по телефону с оппозиционным кандидатом Владимиром Никляевым, вот, который получил травму в ходе стычки с правоохранителями. Вот что нам рассказал. Выскочил спецназ, маски шел, и стали нас избивать, причем меня целенаправленно. Два удара дубинкой по голове, один, слава богу, промазал, успел уклониться, второй попал. Поэтому они сначала избили нас, потом искорежили машину, на которой была радиоаппаратура, саму радиоаппаратуру искорежили. И как только стали подходить журналисты, команда «Растворяемся», и они исчезли. Это было довольно быстро, но как это обычно у нас делается. То есть это была совершенно целенаправленная акция. Сейчас я жив, это главное.